командир. Пауль Вильгельм Зиберт, лейтенант, 230-й пехотный полк. Товарищ старший майор, личное дело Николая Кузнецова. Оставляй. Разрешите идти? Есть. Николай Иванович Кузнецов, он же Николай Грачев, он же Рудольф Шмидт, он же Пауль Зиберт, советский разведчик. С 1936 года тайный агент центрального аппарата НКВД. Прозвище «Пух» – колонист. В 1942 году зачислен в отряд особого назначения «Победители». Под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в городах Ровно и Львов. Основная задача – проведение так называемой линии Т – террор. Беспощадный террор, который осуществлялся против немецких войск практически на всей оккупированной врагом территории. Террор, который в годы войны стал обыденной профессией для сотен советских офицеров. Террор, который вели специальные подразделения, состоящие из профессионально подготовленных диверсантов. Первого сентября 1941 года на оккупированной территории по приказу Гитлера был создан так называемый Рейхскомиссариат Украины. Он включал в себя почти всю оккупированную территорию тогдашней УССР, за исключением Галиции и области между Днестром и Южным Бугом, захваченной Румынией. Должность рейхскомиссара занимал обергруппенфюрер Эрих Кох. Украина при этом определялась исключительно как географическое, а не как политическое или национальное образование. Чтобы подчеркнуть этот факт, Кох выбрал столицей не Киев, а провинциальный город Ровно. А 5 июля 1941 года в Москве для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу немецкой армии была сформирована особая группа при Наркоме внутренних дел СССР. Возглавил ее старший майор Павел Судоплатов. Город Ровно. Здесь находятся основные учреждения оккупационной администрации на Украине. Тыловые части, управление экономикой округа, судебное учреждение и резиденция рейхскомиссара. Ваша главная цель – ликвидация Коха. В январе 1942-го группа Судоплатова была преобразована в 4-е управление НКВД. При управлении создавались отряды специального назначения, в которые набирались бывшие спортсмены, специалисты по взрывному делу и ведению партизанской войны. В июне 1942 года отряд «Победители» во главе с Дмитрием Николаевичем Медведевым был десантирован на Житомирщине и, пройдя 300 километров, начал боевые действия в Сарнинских лесах Ровенской области. Именно в этот отряд должен был направиться и Николай Кузнецов. Ваша главная цель – ликвидация Коха. Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца, а украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно. Эрих Кох, обергруппенфюрер СА, занимал должность гауляйтера Восточной Пруссии, а затем и рейхскомиссара Украины. На этом посту отличался крайней жестокостью при проведении в жизнь оккупационной политики Гитлера. Организовывал депортацию жителей Украины на работы в Германию. Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. Я выжму из этой страны все до последнего. К июлю 1943 года из Украины в Германию уже было вывезено более 3,5 миллионов тонн зерна, 500 тысяч тонн картофеля, 155 тысяч тонн сахара, 100 тысяч тонн бобовых, 50 тысяч тонн масла.
Это примерно 1/10 часть годового производства этих продуктов во всем Советском Союзе. На работы в Третий Рейх было насильственно отправлено 2 миллиона человек. Для сравнения, до войны население крупнейшего города Украины, Харькова, составляло 901 тысяча человек. Вы будете заброшены в Сарнинские леса под Ровно, в группу Медведева. В отряде вас будут знать, как Николая Грачева. Позывной прежний. Колонист. В городе Ровно располагались основные учреждения немецкой администрации. Всего свыше 240 управлений и штабов, в том числе и резиденция Эриха Коха. Город являлся также центром генерал-бецерка округа Волынь. Именно здесь находился немецкий суд во главе с оберфюрером СА Альфредом Функом, штаб командующего Остгруппен генерал-майора Илькина, штаб начальника тыловых воинских частей генерал-лейтенанта Китцингера и другие учреждения. По прибытии в отряд Кузнецов решил осмотреть город, где ему предстояло жить и работать. Мундир немецкого обер-лейтенанта пришлось гладить с помощью нагретого на костре топора. Кузнецов был снабжен в Москве полным набором документов. Но командировочные удостоверения вермахта в различных городах часто отличались друг от друга. Поэтому документ пришлось изготовить прямо в отряде с учетом специфики Ровно. Его напечатал врач отряда Альберт Цесарский. Необходимые подписи подделывал не владевший немецким языком заместитель командира по агентурной разведке Александр Лукин. Николай Струтинский, используя лишь школьный циркуль и сапожный нож, вырезал из подошвенной резины печать. Невероятно, но изготовленные этими людьми фальшивые документы выдержали все проверки. Для немцев вы чрезвычайный уполномоченный хозяйственного командования. Колониста сопровождали трое бойцов отряда. Владимир Струтинский, Николай Приходько и Поликарп Вознюк. В 50 метрах от центральной площади на Кёнигсбергштрассе располагалась жандармерия. Напротив – гестапо. Рядом – Геббельскомиссариат. И далее – Рейхскомиссариат Украины, где по вторникам и четвергам принимал Кох. А на самой площади находился ресторан «Deutsche Gof», любимое место старшего офицерского состава. Но в Ровно Кузнецов узнал, Коха в городе нет. Пока Коха не было в городе, колонист не терял времени даром и начал проводить мероприятия под литерой «Т» – истребление высокопоставленных офицеров вермахта. Для этого на загородных шоссе вокруг Ровно было организовано несколько подвижных засад, которые разведчик называл «охота на индюков». «Папашка, пулеметчик, Митяй водитель, остальные по машине! Огонь! Фалле! Фалле, сурук, сурук! Есть фалле!» Митяй, он твой! Рейхскомиссар словно чувствовал, что на него объявлена охота. Если до сентября 1942 года он большую часть времени проводил в Ровно, то теперь старался как можно реже бывать в этом городе, курсируя между Кёнигсбергом, Брестом, Луцком и Ровно. И первая реальная возможность его уничтожить появилась лишь в день рождения Гитлера, 20 апреля 1943 года. 20 апреля он будет в городе. План такой. В 10 часов утра в городе планировался военный парад, где Кох должен был выступить с речью. На рассвете группа разведчиков, одетая в форму вспомогательных войск вермахта, под командованием Кузнецова, заняла позиции около центральной трибуны.
Предполагалось, что партизаны забросают трибуну гранатами, а затем скроются, воспользовавшись паникой. Но Кох на параде не появился. В этот день вечером в результате поджога полностью выгорели огромные склады около железнодорожного вокзала в Ровно. Второй шанс выпал в начале мая 1943 года, когда Кузнецов узнал, что Кох должен прилететь из Кёнигсберга. Бойцы просидели в засаде целый день, а связной с аэродрома так и не прибыл. Позже Кузнецов выяснил, что Кох вылетел в Берлин. Нужен был другой план уничтожения Коха, более точный. И такой план был разработан. Guten Tag. Sie sind Frau Лисовская? Я-я. Да-да. Вам привет от Попова. Лидия Лисовская, бывшая польская балерина. По некоторым сведениям, работала на польскую разведку под псевдонимом «Фарфоровая куколка». Во время войны начала сотрудничество с НКВД. Работала экономкой в доме командующего войсками Остгруппен генерала Макса Ильгина. В ее квартире, в Ровно, часто бывали немецкие офицеры и чиновники. Лидия Лисовская познакомила Кузнецова с Валентиной Довгер. Именно с помощью Довгер Кузнецов планировал провести очередное покушение на Коха. Знакомьтесь, Валентина Довгер. Николай. Николай. Валентина Довгер. Дочь разведчика из партизанского отряда «Медведева-победители», погибшего в марте 1943 года. Добровольцем вступила в отряд и была направлена в Ровно в помощь Кузнецову. Вот документы, подтверждающие, что вы урожденная немка. Угу. Вы моя невеста, но вам грозит отправка в Германию на работу. Угу. И позволить вам остаться в Ровно может только Эрих Кох. Ясно. А теперь разрешите пригласить вас на танец? Планировалось, что Кузнецов и Довгер попросят личной аудиенции у рейхскомиссара для получения разрешения на брак. Девушка должна была отвлечь внимание охраны, а разведчик вытащить из кармана пистолет и застрелить Коха. Bitte schön. Прошу вас. Nein. Нет. Nur die Frau. Только фрау. Но операция сразу пошла не по плану. Прошу вас, обер-лейтенант. Guten Tag.
День добрый. Мне назначено. Да, подождите, пожалуйста. Кузнецов стоял в метрах пяти от стола Коха. Возле него находились трое охранников, не спускавших глаз с его рук. Кроме того, в кабинете сидела овчарка. Колонист понял, что если даже он сможет вытащить пистолет, то выстрелить не успеет. Вы хотите жениться на девушке неарийского происхождения? Она фольксдойче. Женитесь, обер-лейтенант. Но не задерживайтесь в тылу надолго. Пожалуйста, проходите. Примите мои сердечные поздравления, обер-лейтенант. Фрау, благодарю. Радиограмма. Центр Тимофею. Ввиду невыполнения колонистам задания по уничтожению Коха, приказываю срочно провести служебное расследование. В случае необходимости принять меры для ареста колониста и отправки его в центр. Я не струсил. Есть разница между опасно и невозможно. Это было невозможно. Если я должен погибнуть, я хочу быть уверенным, что цель будет уничтожена, а в данной ситуации этой уверенности не было. За невыполнение приказа вы можете быть расстреляны. Делайте, как считаете нужным. Вы временно отстранены от оперативной работы. До решения центра будете находиться на территории лагеря. Под особым наблюдением. Есть. Разрешите идти? Идите. Так вот, я и говорю, значит. Шуберт? Ага. Фриц? Да нет, Франц. Судоплатов понимал, что в оперативной работе агента возможны различные ситуации. Колонист оставался очень важным агентом. Лишь благодаря его работе в руки советского командования попала карта с указанием линии немецкой правительственной связи на территории Украины, Польши и Германии, а также расположение ставки Гитлера под Винницей «Вервольф». Пусть работает дальше. Пишите, приказываю колонисту оставаться в Ровно. Пусть продолжит работу. Цели следующие. Летом 1943 года Кох практически не появлялся в Ровно. И в Москве приняли решение ликвидировать других руководителей оккупационной администрации. Первым в списке значился заместитель Эриха Коха, глава немецкой администрации Пауль Даргель. Пауль Даргель, член нацистской партии с 1920 года, депутат Рейхстага, правительственный президент города Цихинау, Польша, начальник второго главного отдела Рейхскомиссариата Украина и постоянный заместитель Эриха Коха. Даргель жил по адресу Шлоссштрассе, дом номер 18, в 300 метрах от Рейхскомиссариата. Каждый день, ровно в 13:30, он шел обедать домой, а через час возвращался обратно.
Через несколько дней выяснилось, что Кузнецов застрелил не Даргеля и его адъютанта, а приехавшего из Берлина руководителя главного отдела финансов при Рейхскомиссариате, министерского советника Ганса Геля и кассового референта Винтера. Сам Даргель в тот день задержался на работе, и это спасло ему жизнь. По замыслу советской разведки, это убийство предполагалось представить как действие западноукраинских националистов. На месте покушения колонист специально бросил бумажник дорогой берлинской фирмы. В бумажнике находился членский билет берлинской ячейки Организации украинских националистов и письмо отделением ОУН на Украине. В письме предписывалось в связи с явным проигрышем Германии войны начать действовать против немцев, чтобы привлечь симпатии населения. В бумажник также вложили несколько советских купюр, 20 американских долларов, 140 рейхсмарок и золотые царские десятки. Комбинация была рассчитана точно. После покушения немцы сначала арестовали, а затем расстреляли свыше 30 видных деятелей Организации украинских националистов. Ничего, одним гадом меньше будет. А Даргеля мы гранаты возьмем. Поехали. 30 сентября 1943 года ровно прозвучал взрыв. Рейхскомиссару Украины Эриху Коху. 30 сентября 1943 года к дому регерунгс-президента Пауля Даргеля на улице Шлоссштрассе 18 подъехал автомобиль. Когда глава администрации выходил из своего особняка, пассажир автомобиля, одетый в форму обер-лейтенанта, бросил в него гранату. В результате взрыва господин Даргель получил тяжелые ранения. В госпитале ему были ампутированы обе ноги. Взрывом убит проходивший мимо полковник вермахта. Есть основания полагать, что русский агент также получил ранение, но с места преступления сумел скрыться. Начальник гестапо города Ровно. Так, так. Надо извлечь осколок. Как раз осталась одна ампула новокаина. Не надо, я потерплю. Тогда терпите. Так. Так, терпите. Держи. Для поимки Кузнецова были выделены дополнительные силы гестапо. Сам начальник 4-го управления РСХА, шеф гестапо Генрих Мюллер, прислал в Ровно директиву, в которой предписывалось взять русского агента живым и доставить в Берлин. Вот документы на Пауля Зиберта, как вы и просили. Вместе с гестапо следствие вел и Абвер, служба военной разведки и контрразведки. Майор Абвера Мартин Геттель заподозрил Зиберта в связи с иностранными спецслужбами и начал собственное расследование. Геттель предполагал, что имеет дело с английским агентом. Он планировал договориться с союзниками о сотрудничестве. Вы позволите, обер-лейтенант? Прошу вас, как ваше плечо, господин Зиберт? Хочу переговорить с вами с глазу на глаз. Такие разговоры следует вести в другом месте, господин майор. Кузнецов пригласил Геттеля на квартиру одного из подпольщиков. Дальнейшая судьба майора неизвестна. Его тело так и не было найдено. Приказываю организовать похищение с последующей переправкой в Москву командира 740-го соединения Остгруппен генерала Макса Ильгина. Макс Ильгин, генерал-майор, родился в Кёнигсберге в 1894 году в семье мясника. С 1920 по 1935 год служил в полиции. В 1935 году вернулся в вермахт в звании майора. В августе 1943 года назначен командиром 740-го соединения Остгруппен.
В задачу генерала входила и разработка плана по ликвидации партизанских отрядов. Дом Ильгина был окружен забором из колючей проволоки. Наружную охрану днем нес часовой из солдат восточных батальонов, а после 6 вечера и до 6 утра усиленный пост из 3 солдат. Справка. Остгруппен. Восточные легионы. Добровольческие формирования из военнопленных, призывников и добровольцев с оккупированных территорий СССР, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй мировой войны. Именно в доме Ильгина и работала экономкой Лидия Лисовская. Он будет через полчаса. Позови часового. Евсею, иди на сюда. Жить хочешь? Возвращайся на пост, делай вид, что ничего не произошло. Встречай генерала. Понял? Он приехал. Машину его. Все, уходим. Не забудьте документы. Радиограмма. Центр Тимофею. В связи с перебазированием вашего отряда направить к вам самолет не представляется возможным. Доставка генерала Ильгина в Москву отменяется. Захваченных пленных допросить и расстрелять. Поехали. Завтра утром у нас еще встреча с судьей Функом. Альфред Функ, оберфюрер СС. До назначения на Украину был главным судьей в оккупированной немцами Чехословакии и безжалостно расправлялся с чешскими патриотами. Прибыв на Украину, Функ продолжал свое кровавое дело. По его приказам поголовно расстреливали заключенных в тюрьмах, в концлагерях, казнили тысячи ни в чем не повинных людей. Каждое утро перед началом рабочего дня Альфред Функ брился в парикмахерской напротив здания суда. Пользовался он услугами лишь одного мастера – пожилого поляка Яна Анчика. Анчик, бывший майор польской армии, на самом деле был одним из агентов советской разведки. Какая приятная встреча. Благодарю. Ende Oktober ist майор Конец октября. Исчез и до сих пор не найден майор Геттель. 10 октября
10 ноября покушение на Германа Кнута. Через 5 дней выкраден неизвестными генерал Ильгин. И уже на следующий день убит судья Функ. Позвольте спросить, чем у вас в городе занята гестапо? Отныне операцией по принятию радикальных мер в Ровно руководил сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В город прибыла зондеркоманда Einsatzgruppe C 4-го управления РСХА гестапо, в задание которой входило найти и ликвидировать советского разведчика. 82 профессиональных агента начали настоящую охоту. В числе подозреваемых – обер-лейтенант вермахта Пауль Зиберт. По некоторым данным, имел отношение с жительницами Ровно Валентиной Довгер и Лидией Лисовской. Фрау Лисовская? Фрау Лисовская? Да. Что случилось? Пройдемте. Вам придется проехать с нами. В чем дело? Вам все объяснят на месте. В это время у Кузнецова вновь появилась возможность убить Коха. Эрих Кох планирует выступить на вечере, посвященном католическому Рождеству в немецком доме. Один из вариантов предусматривал минирование центральной трибуны в клубе. Однако Кох сначала перенес собрание на 22 декабря, а затем и вовсе решил провести этот вечер за пределами Ровно. Взрыв пришлось отменить. Всего через месяц, 27 января 1944 года, началась Ровно-Луцкая наступательная операция советских войск на Украине. Спецотряд «Победители» получил приказ продвигаться в тыл немецких войск вслед за отступающими частями вермахта. Кузнецов вместе с Иваном Беловым и Яном Каминским под видом немецких военнослужащих должны были переместиться во Львов, или, как его называли немцы, Ламберт. Им предстояло наладить связи с городским подпольем и продолжить разведывательную работу. На 29 января советские части, развивая наступление, повернули на юго-восток и оказались в тылу немцев, оборонявших Ровно. 2 февраля город Ровно был полностью очищен от немецких войск. Передал, что в квартире гестапо. Уже третья явка провалена. Ищут обер-лейтенанта вермахта. Куда едем? На Воловую, штабу Люфтваффе. Ты с ума сошел? Тебя ищет гестапо всего города. На Воловую, к штабу Люфтваффе. Из доклада начальнику 4-го управления РСХА гестапо группенфюреру Мюллеру. Копия рейхскомиссару Украины Эриху Коху. 31 января в 17 часов вечера неизвестный в форме гауптмана вошел в здание штаба Люфтваффе на Воловой улице. У входа посетителя остановила охрана и доставила к подполковнику ВВС Гансу Петерсу. При проверке документов неизвестный застрелил подполковника, а также ефрейтора Зейтеля. Затем преступник сумел покинуть здание. На месте убийства обнаружены три гильзы от патронов калибром 7,65 мм. Согласно показаниям свидетелей, приметы неизвестного капитана совпадают с данными, полученными из Ровно, на обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Начальник отделения гестапо города Ламберта
Гауптштурмфюрер СС Петер Краузе. Гестапо доставило во Львов Лисовскую, чтобы та опознала Зиберта. Его приметы и фотографии были разосланы во все отделения полевой жандармерии и гестапо, а также на все посты на выезде из города. Во Львове проводились облавы и тотальные проверки документов у жителей города и немецких офицеров. За поимку Зиберта была обещана награда в 25 тысяч марок. Доктор Бауэр? Да, в чем дело? Вам пакет. Из немецкой прессы. 9 февраля 1944 года вице-губернатор доктор Отто Бауэр, шеф правительства дистрикта Галиция, пал жертвой большевистского нападения. Вместе с ним погиб его ближайший сотрудник, начальник канцелярии президиума губернаторства, доктор Генрих Шнайдер. Они погибли за фюрера и Рейх. Изначально Кузнецов имел инструкции переехать в Краков. Там, выполнив задание, он должен был пробиваться в партизанский отряд или осесть в подполье, ожидая прихода советских войск. Однако прорваться в Краков было уже практически невозможно. Впереди пост. Поворачивай налево. Стой. Сегодня ночуем здесь. Завтра нужно выбираться из города и идти к линии фронта. Отряд Медведева так и не смог пробиться ко Львову навстречу с Кузнецовым. В схватках с врагом партизаны понесли ощутимые потери. Не хватало продовольствия и боеприпасов. Сам командир отряда был тяжело болен и мог передвигаться только на санях. Партизанам Медведева был отдан приказ прекратить рейд по вражеским тылам и идти на соединение с частями Красной Армии. Кузнецов также получил приказ двигаться к линии фронта. 28 февраля 1944 года для поддержки колониста отправлен отряд. Гранату. Встреча с колонистом запланирована юго-восточнее Львова в районе Перемышля через 7 дней. Документы, пожалуйста. Там наши. Разведчик едва ли не впервые ошибся. Впереди были не красноармейцы, а переодетые в советскую форму бойцы украинской повстанческой армии. Мужики, мы свои, не стреляй. Коммунисты. В схватке с ними в селе Боротин погибли Иван Белов, Ян Каминский и Николай Кузнецов. Останки Николая Кузнецова и бойцов его группы были обнаружены 17 сентября 1959 года в урочище Кутыки. Судебно-медицинская идентификация и реконструкция облика Кузнецова по черепу
выполнялись сотрудниками Института этнографии Академии наук СССР имени Герасимова. Пауль Дарге, несмотря на потерю обеих ног, продолжал числиться заместителем Коха. С 1944 года уполномоченный имперского руководства НСДАП по восточным вопросам, а также по связям с генералом Власовым. Начальник штаба фолькштурма в Восточной Пруссии. По некоторым данным, после войны проживал в Ганновере. Эрих Кох. После войны 4 года скрывался в британской зоне, получая пособие по безработице в размере 18 марок. Был арестован в 1949 году и передан польскому правительству. Суд приговорил его к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением по причине слабого здоровья. Прожил в заключении 27 лет и умер в тюрьме Барчева в возрасте 90 лет. Тюрьмой для Коха служила просторная комната в замке с телевизором, библиотекой и свежей западной прессой. Лидия Лисовская была убита при неизвестных обстоятельствах 26 октября 1944 года на уже освобожденной от немцев территории Украины в селе Мазярка Хмельницкой области. Валентина Довгер в 1944 году была арестована гестапо, подвергнута пыткам и вывезена в Германию в концлагерь. С 1950 года жила в Воронеже. Награждена орденами Ленина, Отечественной войны первой степени и медалями. 5 ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Мурман
Минск в годы войны был важнейшим портом, через который шли поставки грузов и вооружения из стран-союзниц – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Морские пути на севере были крайне важны и для Германии. Именно по ним из Норвегии в Третий Рейх вывозилось ценное стратегическое сырье – никелевая руда из порта Петсама. Этим же путем в Германию поступал из Норвегии молибден, целлюлоза и железная руда из Киркенесса. Советский Северный флот получил задание сорвать эти поставки. Товарищ командующий, да. К вам начальник разведотдела, капитан третьего ранга Визгин. Зови. Войдите. Визгин Павел Александрович, капитан третьего ранга, начальник разведывательного отдела штаба Северного флота. С 1950 года начальник курса школы первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР. Наступление немцев на Мурманском направлении нам удалось остановить. Думаю, зимой немцы наступать не будут. Но это только предположение, а нам необходима уверенность. Поэтому нужно сформировать отряд, который мог бы добывать сведения, а при необходимости и пленных, по всему норвежскому побережью. В борьбу на море вступили и отряды советских диверсантов. Разведгруппы, состоящие из 3-5 человек, забрасывались на норвежское побережье на катерах, подводных лодках и самолетах. Их основной задачей было наблюдение за морскими коммуникациями противника. Это было необходимо для определения немецких планов и наведения на морские цели советской авиации и подводных лодок. Именно поэтому многих разведчиков набирали из бывших моряков подводного флота. Старшина первой статьи Леона в ваше распоряжение прибыл. Подводник? Так точно, бывший. Угу. Принимаю отделение. Есть! Леонов Виктор Николаевич. Перед войной проходил службу на подводной лодке Ща-402 Северного флота. С началом Великой Отечественной войны зачислен в отряд особого назначения разведотдела штаба Северного флота. За 2 года прошел путь от рядового бойца до командира отряда. Основной задачей отряда были ведение разведки и проведение диверсий на коммуникациях противника. А почему наш командир не тренируется? А зачем ему? Он на задание ходить не любит. Только и знает, что трубочку покуривать, да маузер свой чистить. Зато у него табачок хороший, как и коллекция трубок. Хорош он будет в бою. Со своим маузером в кожаном реглане. Да, разведчик еще тот. Это коммунисты? Я. Да. Kein Auge Глаз с них не спускать. Am Ufer Sicherungs- По берегу выставить заставы и патрули. Так точно. И помните, я человек энергичный. Все люблю проверять сам. Спасибо. Вилли Лакуа. Унтерштурмфюрер СС. Член НСДАП с 1929 года. В 1930 году организовал нацистские беспорядки в городе Любек и был вынужден бежать в Швецию. После прихода Гитлера к власти вернулся в Германию. В 1940 году прибыл с немецкими войсками в Норвегию. С 1941 по 1944 год начальник гестапо города Киркенес, провинции Финнмарк в Северной Норвегии. Гестапо во главе с Вилли Лакуа получило задание ликвидировать все советские разведгруппы, действовавшие в Норвегии, и взять под контроль те места, где могли появиться русские диверсанты. В подчинение Лакуа передавались воинские подразделения, жандармерия и полиция.
Июль 1941 года. Побережье Мотовского залива. Первый бой Леонова в рядах разведотряда. Задача – разгромить опорный пункт противника и по возможности захватить языка. Ручку оттяни, бодяга! Еще в апреле 1940 года правительство Норвегии обратилось к народу с призывом оказать сопротивление захватчикам. Многие жители страны ушли в партизаны, кто-то бежал от оккупантов в нейтральную Швецию и Советский Союз. После нападения Германии на СССР многие норвежцы вступили в ряды Красной Армии. Уже в июле 1941 года в отряде особого назначения штаба Северного флота насчитывалось 18 граждан Норвегии. Как людей, хорошо знающих местность, их готовили главным образом к дальней разведке. Ваша задача – наблюдать за перевозками грузов по морю и сообщать координаты немецких судов. Кроме того, необходимо определить, планируют ли немцы новое наступление на Мурманск. А немного ли для трех человек? Будут там болтаться по берегу туда-сюда. Их патруль немецкий в раз засечет. Отставить разговоры. Задача ясна? Так, так точно. Выполняйте. Есть. Есть. На задание были отправлены Николай Коровин, Франц Матисон, Лейф Утне. Такие командировки длились от нескольких месяцев до года. Чтобы выдержать напряжение многих недель постоянной опасности, одиночества, непогоды, от людей требовались огромное мужество и хладнокровие. Именно эти разведгруппы предоставляли советскому командованию основную информацию о складах вооружения, аэродромах, морских базах и ресурсах противника, а также о настроениях населения. Высадка разведчиков группы Коровина проводилась из самолета на парашютах. Обычно сначала сбрасывался парашют с грузом продовольствия и снаряжения. Затем высаживались разведчики. Обустраивались они в расщелинах скал, ставили и маскировали палатку и начинали наблюдение за морем. Караван! Два транспортника. Понял. Под охраной одного эсминца и одного... Нет, двух сторожевых кораблей. Понял. Первый. Я Заря. В квадрате 4-6 немецкий караван с эскортом. Повторяю. В квадрате 4-6 немецкий караван с эскортом. Да. Да. Алярм ауслёзы. Объявляйте тревогу. Егерей на мыс. К черту свое хозяйство! Палатку бросаем! Уходим!
Какой-то рыбак видел несколько парашютов в районе мыса. Туда направился мотобот с егерями. Мы должны перекрыть путь вот здесь. Все ясно? Русские, стоять! Держи их! Граната! Там немцы! Осторожно! Стоять! Не двигаться! Ну что, попались русские свиньи? Время вашего выхода в эфир. Кто радист? Ты? Рация была у тебя. Шифры мы уже все равно захватили. Время вашего выхода в эфир. Ты же не русский, ты норвежец. Зачем тебе все это? Ты будешь работать с нами? Я зря. На прежней точке находиться опасно. Часто стали появляться патрули с моря и по суше. Пришлось почти на неделю уйти в горы и замолчать. Снова вышли на берег. Обосновались на новой точке. Просим снять, поскольку имеем двух раненых. Продуктов осталось на 2 дня. Что думаешь? Почему они так долго молчали? Нужно их снимать. Мы своих не бросаем. Подготовьте операцию. Есть. Good. Хорошо. Sehr gut. Очень das хорошо. Ну вот и все. Теперь нужно ждать гостей. Двенадцатого октября под покровом ночи из Полярного вышла подводная лодка с тройкой разведчиков, возглавляемых лейтенантом Аркадием Яковлевым. Переправщиками с ними пошли Виктор Леонов и Оги Халвари. Чтобы избежать лишних глаз при посадке разведчиков на подлодку, из Екатерининской гавани отряд вышел на рейсовом боте, который ходил между бухтами, перевозя грузы и пассажиров. Через 2 суток ночью лодка приблизилась к месту высадки у Макиор-Санфьорда. Наши тут. Шлюпки на воду. Оге, пойдешь первым. Есть. Леонов, готовь 2-ю шлюпку. Есть. Засада! Оги! Назад! Оги! Назад!
Чтобы оторваться от преследования эсминцев, многие командиры подводных лодок использовали нехитрый трюк. Во время атаки лодки глубинными бомбами через торпедный аппарат выбрасывался контейнер, наполненный плавающими обломками, щепками, тряпками и мазутом. Когда этот мусор всплывал на поверхности моря, складывалось впечатление, что лодка получила пробоины и затонула. Благодаря именно этому трюку лодка с группой разведчиков Яковлева смогла уйти от преследования. После обстрела и бомбежки советской подводной лодки Лакуа решил спрятать пленного радиста подальше до лучших времен. Как разведчик никакого интереса он не представлял. Местные жители видели, как Утне, одетый в форму СС, уходил с передатчиком в горы в сопровождении немцев. Его обучили элементарным навыкам наблюдения за погодой и забросили на самолете на остров Медвежий для передачи метеосводки. Наступал 1942 год. Несмотря на потери и предательство радиста, разведывательная работа в Норвегии не прекращалась. 5 января 1942 года. Берсфьорд. Подводная лодка С-102 капитана-лейтенанта Городничева доставила к берегам Норвегии разведывательно-диверсионную группу из трех человек – русский радист и двое норвежцев. Через две недели, выполнив задание, группа возвратилась к своим. 4 апреля 1942 года. Бухта Индре. Северо-восточный берег Варангера. Подводная лодка М-173 капитана-лейтенанта Терехина высадила норвежцев Свере Седерстрема, Оскара Юнсена и русского радиста Владимира Чижевского. За время операции отряд передал 400 радиограмм, более 70 раз сообщал о немецких морских конвоях и кораблях. По их наводке советские подводные лодки и самолеты потопили 12 транспортов противника. Лишь через 8 месяцев группа вернулась на базу. 23 апреля 1942 года. Весенним утром над немецким аэродромом Луустари в Финляндии из-за облаков неожиданно вынырнули 14 бомбардировщиков П-3 95-го истребительно-авиационного полка Северного флота и внезапно атаковали противника. Лишь один немецкий истребитель смог взлететь с аэродрома, но был сбит. 16 немецких истребителей уничтожено на земле, более 20 самолетов повреждено. Удар по этому секретному аэродрому был нанесен благодаря сведениям разведгруппы штаба Северного флота. Разведчики не только смогли добраться до аэродрома, но и нанести на карту его точные координаты, подготовить схему расположения всех построек, взлетно-посадочной полосы и ангаров с самолетами. Основным источником пропитания для норвежцев была ловля рыбы. Немцам приходилось разрешать норвежцам выходить в море и ездить из одного города в другой. Это облегчало деятельность советским разведчикам. Ведь без помощи местных жителей находиться во вражеском тылу среди скал неделю, две и даже дольше было практически невозможно. Ну что там? Идет кто-то. Стоять! Ер Нурман! Нурман Аксель! Мой дом! Там мой дом! Мин мур мама снаке русиск! Мин мама говорит русский! Аксель – смотритель маяка. А другой сын ушел за продуктами и будет дня через два. А немцев здесь нет. Иногда приходит патрульный катер. Выйдет несколько солдат, пройдутся, посмотрят, да и возвращаются. Может, вы с нами уйдете? Мам, Егор ме. Аксель с вами пойдет. Если немцы узнают, что он с русскими общался и не донес, его сразу расстреляют. А вы? А я второго сына дождусь. И тоже уйдем. Витя, пора.
Все, спасибо вам большое. Деварди. Радиограмма. Группенфюреру СС Генриху Мюллеру. Ввиду активизации советских разведгрупп в районе Киркенеса в Северной Норвегии, прошу вашего разрешения на проведение чрезвычайных мер по отношению к местному населению. В особенности к тем из местных жителей, которые подозреваются в симпатии или непосредственной помощи советским агентам. Начальник отделения гестапо провинции Финнмарк Вилли Лакуа. Немецкое командование было всерьез встревожено активностью советской разведки на северном побережье Норвегии. Поставки железной руды из Киркенеса, выход в море военных кораблей германского флота, базирование самолетов на аэродромах были поставлены под угрозу. Гестапо начало массовое переселение норвежцев от береговой линии. Стоять! Не двигаться! Здесь все нужно обыскать. Есть еще кто в доме? Здесь никого. Хорошо, продолжайте. Проверьте сарай. Мы все обыскали. Все чисто. В машину их. Дом сжечь. В апреле-мае 1942 года командование Карельского фронта планировало провести наступление, чтобы сорвать подготовку немецких войск к захвату Мурманска. Главный удар должны были нанести войска 14-й армии южнее Мотовского залива. Перед Северным флотом ставилась задача высадкой тактического десанта в тылу противника содействовать прорыву нашими войсками вражеской обороны в направлении главного удара. Для участия в операции флот выделил 12-ю отдельную бригаду морской пехоты, 6065 человек. Переданный ей разведывательный отряд штаба флота, 170 человек. И 44 корабля, преимущественно сторожевые корабли, тральщики и различные катера. Там у немцев должен быть мощный укрепленный пункт. Нужно осторожнее. Товарищ лейтенант, можно обратиться? Валяй. Можешь на меня на маяк 5 минут? Давай. Заодно осмотри все вокруг. Есть. Леонов, иди с ним. Есть. В 1942 году в результате ряда операций разведотряд Северного флота понес очень большие потери. Оставшиеся в живых бойцы связывали эти неудачи с личностью командира отряда. Фролов так и не сумел завоевать авторитет разведчиков. Многие из ветеранов покинули разведотряд, возвратившись к службе на подводных лодках Северного флота. Именно в это время командование направило Виктора Леонова на курсы подготовки комсостава. В жизни старшины Леонова начинался новый этап. В декабре 1942 года, после присвоения офицерского звания, Виктор Леонов был назначен заместителем командира отряда по политической части, а в декабре 1943 года командиром 181-го особого разведывательного отряда Северного флота. Вернулся!
Здорово! Ай, привет! Привет, пропажа! А, живу! Витек! Ну как вы тут без меня? Нормально. Мыс Лангбунес, полуостров Варангер. Задача – разведка побережья Северной Норвегии. Товарищ командир, да. Там немецкая автоколонна, и тут медленно, можем догнать. Хорошо. До дороги километра два. Успеем. Агафонов, встретишь их на повороте у дороги. Остальные со мной. Второе отделение, за мной. По команде гранатами огонь! Разгром колонны, захват пленных и возвращение на катер заняли не более 2 часов. Первой же своей операцией в качестве командира отряда Виктор Леонов доказал, что командование не ошиблось с его назначением. Да. Я воль. Так точно, господин группенфюрер. Виноват. Будьте вы прокляты. Русские что-то затевают в районе Питсама. Они действуют так нагло, словно уже выиграли войну. Проклятые русские. Вечно они все изгадят. 7 октября 1944 года началась Питсама-Киркинесская операция по освобождению Заполярья от немецких захватчиков. В 8:00 7 октября началась артподготовка, а затем наступление. 131-й корпус в первый же день достиг реки Титовка. 99-й корпус ночной атакой прорвал оборону немцев 8 октября. 9 октября перешли в наступление войска, располагавшиеся восточнее реки Западная Лица. В ту же ночь моряки высадили десант в губе Малая Волоковая, перевалили через хребет Муста-Тунтури и, отрезав часть немецких сил, двинулись на Питсама. Чтобы помешать немцам эвакуировать свои части морем, командование решило захватить порт Линнахамари, который фактически являлся воротами еще более крупного порта – Питсама. Порт и гавань Линнахамари были превращены в мощный оборонительный район во фьорде Питсама-Вуону. Система обороны Линнахамари и залива насчитывала 4 береговые батареи 150 и 210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по наземным и морским целям. Ключом к позиции была батарея из 4 150-миллиметровых орудий на мысе Крестовый, которая держала под обстрелом весь залив Питсама-Вуону и гавань порта Линнахамари. Замысел операции состоит из захвата 2 батарей на мысе Крестовом. По сигналу. После чего ночью в Линнахамари высадится морской десант. 1 батарею берут бойцы Барченко и Емельянова. Есть. Другую – разведчики Леонова. Есть. Пулемет на правый фланг. Задача ясна? Так точно. Выполнять.
Вторую пушку взяли. Манин убит. Лейтенант ранен. Тарашин ранен. Что у Барченко? У Барченко... Васькин, Соболев, зайдете с фланга. Есть. Остальные стреляют по прожекторам. Огонь! Слушаю. Ас? Что? Шайся. Черт. Докуда? К рассвету сопротивление последних очагов было подавлено. Первая батарея на вершине скалы была в руках разведчиков. Но они понимали, что самые тяжелые испытания еще впереди. С противоположного берега по мысу ударили пушки и минометы. Открыла огонь дальнобойная артиллерия Слинахамари. Когда артобстрел прекратился и над скалой мыса Крестового осела пыль, в залив зашли два немецких катера и три шлюпки. Как слышно? Как слышно? Я кукушка. Доложишь. Занять позиции! Не дать десанту пройти! Что немцы будут высаживаться дальше. Обогнут топку и по нашей скале попытаются забраться на мыс. Там немцы лезут. Бери своих и за мной. Второе отделение! За мной! Отряд нуждался в боеприпасах и продуктах. Штаб обещал в случае необходимости сбросить разведчикам с самолетов патроны и продукты, а также оказать огневую поддержку с воздуха. Но авиация задержалась. Патронов почти не осталось. Забрать трофейное оружие! Есть! Так точно! Товарищ командир, катера входят в бухту.
Прорыв советских катеров с десантом начался вечером 12 октября 1944 года. Исходным пунктом перехода отряда десанта был полуостров Рыбачий. Личный состав десанта был укомплектован из личного состава 349-го отдельного пулеметного батальона, 125-го полка морской пехоты, добровольцами с кораблей флота и насчитывал 660 человек. Быстрее! Русские скоро будут здесь. Но ведь они и раньше высаживались. Поверьте мне, это конец. Эти документы уничтожить. Слушаюсь. К рассвету 13 октября порт Линахамари был очищен от врага. Лишь несколько пунктов в его окрестностях противник сумел удержать, оказывая упорное сопротивление и переходя в контратаки. В ночь на 14 октября в Линахамари были переброшены значительные подкрепления частей Северного флота и сухопутных войск. В течение этого дня окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очищены от противника. 15 октября штурмом был взят город Питсама. Город Питсама взят штурмом советскими солдатами. Что слышно? Ничего особенного. Вскоре напарник радиста-предателя Лейфа Утне передал в радиограмме, что тот на резиновой шлюпке неожиданно ушел в море и не возвратился. Искать его не стали. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Разведчики Северного флота, погибшие при взятии порта Линахамари, похоронены на самой высокой точке мыса Крестовый. В братской могиле находятся останки 20 человек. У подножия памятника табличка, где все погибшие перечислены поименно. В Киркинессе установлена скульптурная фигура советского бойца с автоматом в руке. Это каменное изваяние создано норвежским скульптором Фредриксоном. На памятнике надпись: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркинесса в 1944 году». Вилли Лакуа был захвачен американцами. В ходе операции «Яблочный пирог», поимки и допросу ведущих офицеров вермахта, РСХА, генерального штаба, обладающих знаниями о военных силах, экономике и индустрии СССР, Лакуа допрошен. Сотрудничал с разведкой США. По некоторым данным, был принят на работу в ЦРУ. За операцию на мысе Крестовом разведчики Агафонов и Леонов награждены золотыми звездами Героев Советского Союза. Отряду предстояло проведение боевых действий против Японии. Одним из самых громких дел отряда Леонова стало пленение в корейском порту Вонсан около 3500 японских солдат и офицеров. За участие в разгроме квантунской группировки противника Виктор Леонов был удостоен второй звезды героя.
Наконец-то можно отлучиться. Ты куда? Извините, господин полковник, я сейчас приду. Как это понимать? Он, как всегда, пошел за деревья. Да, дела у него плохи. Это опять он. Тебе газету принести? Мы теряем время. Томас, давай, пойди помоги ему. И потом заходит эта блондинка Лиза. Давай, давай, быстрее. Большое спасибо, господин полковник. Заводи мотор. Давай, давай. Ну, наконец-то, можно ехать. Все, давай, двигай. Вперед. Начальнику отделения гестапо в городе Минске. Довожу до вашего сведения информацию о том, что генеральным комиссаром Белоруссии утвержден Куба Вильгельм Рихард Пауль, назначенный на эту должность 17 июля 1941 года. Министр оккупированных восточных территорий рейхсляйтер Альфред Розенберг. 1 сентября 1941 года. С первых дней оккупации Белоруссии на ее территории начали действовать партизанские отряды. Большинство из них представляли собой подразделения из сотрудников НКВД и главного разведывательного управления Красной Армии. Со временем эти отряды разрастались до размеров соединений в тысячи бойцов. Но начинали партизанскую войну небольшие группы профессионально подготовленных диверсантов. Метеорологи обещают дождь, а вам, майор, завтра вылетать. Кузнецов Федор Федотович, генерал-лейтенант. С 1943 года начальник управления военной разведки генерального штаба, заместитель начальника генерального штаба Красной Армии. После войны продолжал руководить военной разведкой Советской Армии. Садитесь. Как я уже говорил, по Минской области действует партизанский отряд «Димы», подчиненный главному разведуправлению. Ваша задача – возглавить агентурную работу. Федоров Николай Петрович. Майор, герой Советского Союза. Псевдоним «Колокол». Окончил Ленинградскую артиллерийскую школу и военную академию имени Фрунзе. Участвовал в обороне Москвы. Возглавлял разведывательные операции в тылу врага. С 1943 года заместитель командира разведывательно-диверсионного отряда «Дяди Димы», действовавшего в Минской области. На аэродром. Ваша главная цель – ликвидация Кубы. Кубы Вильгельм.
В 1927 году вступил в Национал-социалистическую партию Германии. В 1933 году женился на 22-летней актрисе Аните Линденколь. Занимал пост гауляйтера Курмарка и обер-президента Бранденбурга и пограничной марки Позен-Западная Пруссия. В 1936-м по решению высшего партийного суда НСДАП Куба был снят со всех должностей по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на это, остался депутатом Рейхстага. 17 июля 1941 года назначен генеральным комиссаром Белоруссии со штаб-квартирой в Минске. Железной рукой Куба устанавливал в Белоруссии новый порядок. Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет русского и белоруса, чтобы у них мозг леденел, когда они услышат «Вильгельм Кубе». Я прошу вас, верных подданных великого фюрера, помочь мне в этом. Так точно. За 3 года оккупации население Минска сократилось с 300 до 50 тысяч человек. По указанию Кубы был создан концлагерь «Тростенец» — четвертая по величине фабрика смерти после Освенцима, Майданека и Треблинки. С 1941 по 1944 год нацисты умертвили здесь более 206 тысяч человек. Наши люди охотятся за Кубу уже 2-й год, но до сих пор ему удавалось уйти. Охота на Вильгельма Кубы началась сразу после его назначения на должность генерального комиссара Белоруссии. Март 1942 года. Минские подпольщики получили приказ отравить Кубы. Один из членов подполья, Григорий Глухов, должен был передать яд посудомойке, работающей на кухне генерального комиссариата. В последний момент от этого плана отказались, так как могли погибнуть работающие и питающиеся на той же кухне местные жители. Июль 1942 года. Группа партизан, которой руководила Мария Осипова, планировала устроить автомобильную аварию, врезаться на грузовике в машину Вильгельма Кубы. Но и от этого плана пришлось отказаться по причине сложности его реализации. Этот план никуда не годится. Слишком сложно. Осипова Мария Борисовна. Герой Советского Союза. Псевдоним «Черная». До мая 1941 года была членом Верховного суда Белорусской ССР. Накануне войны ассистент юридического института. Находясь в оккупированном Минске, руководила территориальной подпольной организацией, имеющей связь с Минским подпольным горкомом партии, спецотрядом Димы, отрядом НКВД «Местные», бригадами Никитина, Железняк и имени Рокоссовского. 30 августа 1942 года. В местечке Смолевичи, в 60 километрах от Минска, немецкие власти планировали отметить праздник «Дожинки». Ожидалось, что это мероприятие посетит Кубы. По приказу командира спецотряда дяди Коли Петра Лопатина было заминировано здание местной управы. Куба на празднике не появился. Взрыв пришлось отменить. Руководила операцией подпольщица Надежда Троян. Троян Надежда Викторовна, герой Советского Союза. Родилась в 1921 году в городе Дриса, Белоруссия, в семье служащего. С июля 1942 была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов «Сталинская пятерка», «Буря», бригады дяди Коли в Минской области. Участвовала в операциях по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, неоднократно участвовала в боях. Февраль 1943 года. Минск. Из данных советской разведки.
Генеральный комиссариат располагается на площади Свободы в трехэтажном здании. У входа в вестибюль здания комиссариата два солдата в форме войск СС проверяют пропуска. На третьем этаже, в левом крыле, размещаются кубы со своим аппаратом. При входе на третий этаж вновь проверяются пропуска. За дверью начинается коридор, заканчивающийся окном. Двери комнат расположены симметрично. Справа 7 комнат, слева 6. Третья и четвертая двери слева – кабинеты Кубы. Это советский шпион. Боец спецотряда Николай Бобровский, Лев, сумел проникнуть в здание генерального комиссариата. Невольно выдал свое намерение убить Куба. В завязавшейся перестрелке с охраной был ранен, но сумел уйти в лес. Он повернул направо. Стреляйте в него, когда найдете. Благословение Кубы. Немецкие каратели и полиция бесчинствуют по всей Белоруссии. Второго марта 1943 года в 6 километрах от деревни Хатынь партизаны устроили засаду и уничтожили штабную немецкую автомашину 118-го охранного полицейского батальона вермахта. В тот же день в Хатынь прибыл карательный отряд. Все население деревни было согнано в колхозный сарай. Тех, кто пытался убежать, убивали на месте. Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел двери сарая рухнули, но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов. В огне сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня сожжена дотла. В 1943 года в расположении партизанского отряда «Димы» приземлились майор Федоров Николай Петрович, его адъютант Сергей Иванович Хренов, военный переводчик, специалист по изготовлению немецких документов Тимофей Васильевич Зверьков и радистка Надежда Васильевна Носкова. Минск. Июнь 1943 года. Офицерский клуб. Прошу вас. Вильгельм, мне нравится эта девушка. Давай возьмем ее в дом горничной. Анита, у нас и так полно прислуги. Да, но ты же знаешь, что я не говорю по-русски. А эта девушка неплохо говорит по-немецки. Мы сможем с ней ходить на рынок, обсуждать обновки. Мне не с кем тут даже поговорить. Gut. Хорошо. Fräulein, morgen kommen Frau, завтра приходите к нам домой. Будете работать у нас. О переводе я договорюсь. Будете жить в нашем особняке. Ich kann nicht. Я не могу. Ich habe eine Schwester. У меня сестра. Ich kann sie alleine nicht lassen. Я не могу ее оставить одну. Дорогой, пожалуйста. Wir denken etwas aus. Хорошо, что-нибудь придумаем. Мазаник Елена Григорьевна, герой Советского Союза, псевдоним Галя. В 1931 году работала официанткой в столовой Совнаркома Белорусской ССР. С 1939 по 1941 год официантка в столовой ЦК Компартии Белоруссии.
После оккупации Минска устроилась уборщицей в одну из немецких воинских частей, потом работала официанткой на фабрике кухни и в казино для немецких офицеров. В начале июня 1943 года была принята на работу в трехэтажный особняк по улице Театральной, 27, в котором жил вместе с семьей генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Куба. Кто еще охотится на Кубы, кроме отряда Димы? Да кто только не охотится. Почитай все подполье и более 10 спецгрупп, и наше разведуправление НКВД. Кеймах Давид Ильич, командир спецотряда «Дима». Спецотряд во главе с майором Василием Щербиной был введен в тыл противника в марте 1942 года. Группа действовала в Белоруссии в районе городов Лида, Молодечно, Минск, Лепель, Полоцк. После гибели Щербины его заместитель Давид Кеймах назначен командиром спецотряда. Отрядов много. Командиры прямо соревнования между собой устроили, кто раньше Кубу убьет. Разведуправление или НКВД. 22 июня 1943 года. 18 часов 30 минут. Минский драматический театр. Из данных советской разведки. Кубы при посещении театра занимает бывшую правительственную ложу. Его местом обычно бывает правое крайнее кресло. За полчаса до прихода Кубы в театр прибывают специалисты службы безопасности СД, которые производят осмотр ложи и пространство под ее полом, а затем занимают прилегающие к ней места в партере и ложах. В результате взрыва были убиты 70 и ранены 110 немецких солдат и офицеров. Но Куба не пострадал. Буквально за минуту до взрыва он вышел из зала. 6 сентября 1943 года. Минск. Офицерский клуб. В ночь на 6 сентября партизаны заминировали помещение офицерского клуба казино. Точное число жертв взрыва неизвестно. Немецкие газеты сообщили о 16 убитых и 32 раненых эсэсовцах. Но Кубы среди них опять не было. Порой мешаем друг другу. Много шума, много жертв. И наших, и немцев. А результата нет. Немцы за каждого убитого мстят. В феврале-марте 1943 года в треугольнике Себеж-Освея-Полоцк в Белоруссии, а также в Псковской области, немецкое командование начало операцию «Винтерзаубер» – «Зимнее волшебство» по уничтожению партизан. Всего в ходе операции только в Белоруссии уничтожено и сожжено заживо 3500 местных жителей. 2000 угнали на работы в Германию. Более 1000 детей в Салоспилский лагерь смерти. 1000 людей погибли и в Псковской области. Из 9200 населенных пунктов, разрушенных и сожженных гитлеровцами в Белоруссии, 5295 нацисты уничтожили вместе со всем или с частью населения. Потери со стороны карателей исчислялись единицами, поскольку боевых операций против партизан они практически не проводили, уничтожая в основном лишь мирное население. Нельзя действовать наугад. Данных о передвижении Кубы у нас нет. Такими методами Кубы не достать ни нам, ни подполью, ни другим отрядам. Справка. Наиболее крупными отрядами, действовавшими в районе Минска, были спецотряд НКВД «Юрий», командир Куцин Эммануил Соломонович. Спецотряд НКВД «Бригада дяди Коли», командир капитан госбезопасности Лопатин Петр Григорьевич. Спецотряд НКВД «Артур», командир Золотарь Иван Федорович. Спецотряд НКВД «Местные», командир Ваупшасов Станислав Алексеевич. 14 сентября 1943 года. Давид Кеймах вылетел в Москву с докладом. Вместо него командиром бригады остался Николай Федоров. Однако в точку назначения самолет так и не прибыл. Товарищ командир, вам срочная радиограмма. Центр Колоколу.
связи с гибелью Димы приказываю вам принять на себя командование бригадой. Активизировать действия на железных дорогах. Вывести из строя Минское железнодорожное депо и электростанцию Минска. Колокол центру. На участке железной дороги Вильно-Молодечно, около Сморгани, пущен под откос эшелон противника. Разбит паровоз и 4 вагона с боеприпасами. Простое движение поездов на участке составил 17 часов. Да, так точно, мой фюрер. Уверяю вас, никто не уйдет от расплаты. Слушаюсь. Охота на Куба также не прекращалась. Проанализировав неудачные покушения, Николай Федоров пришел к выводу. Надо искать выход на ближайшее окружение Кубы и вербовать агента среди прислуги. Выйти на контакт с людьми, работающими в доме Кубы, не удавалось. Все они жили в особняке рейхскомиссара и не могли без разрешения покидать дом. Единственной горничной, которая жила в городе, была Елена Мазаник. И выбор пал на нее. Елена? Елена. Ich will Ihnen etwas schenken. Я хочу вам кое-что подарить. О, danke schön, Frau Anita. Благодарю вас, фрау Анита. Вы очень щедры ко мне. Gerne. Пожалуйста. С Еленой и ранее пытались установить связь разведчики других отрядов. Первым попытался это сделать разведчик Николай Хохлов из группы НКВД «Юрий». Но уже на первой встрече он угрожал ей пистолетом, требуя согласия на участие в убийстве Кубы. Эта грубость Хохлова и стала причиной отказа Мазаник сотрудничать с его отрядом. Вскоре к Мазаник пришла агент группы «Артур» Надежда Троян. И Мазаник дала согласие на сотрудничество. Но она отказалась взять с собой яд для отравления Кубы. После теракта в столовой СД подмешать яд в пищу стало практически невозможно. В сентябре к Мазаник пришла Мария Осипова. Чтобы удостовериться, что она имеет дело не с провокаторами гестапо, Мазаник потребовала встречи с Федоровым. Стой, кто идет? Осипова! Проходите. Осипова отвела родную сестру Елены, Валентину Шуцкую, в деревню Янушковичи Логойского района. Разрешите? Вот, привела. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Присаживайтесь. Чаю? Нет, спасибо. Вы хотели меня видеть? Вы должны понимать, что моя сестра слишком рискует. Командир пообещал переправить ее сестру и детей Валентины за линию фронта. Он предлагал устранить Кубы путем отравления. Но когда установили, что Елена редко бывает на кухне, решили заминировать постель Кубы. Для покушения планировалось использовать английскую магнитную мину «Клэм МК-3» с механическим взрывателем. Отсрочка подрыва после установки мины на боевой взвод – 24 часа. 20 сентября 1943 года. Докажу ее. Я говорю ей. Хочешь, женюсь на тебе? Ну а она что? Ты мне сперши не удастся. Ты мне сначала крышу подлатай. А там поглядим. А потом посмотрим. А ну стой! А ну стой! Что лезешь у кошек? Что у тебя в корзинах? Яйца, ягоды. Курица, ягоды. А что под ягодами? Что под ягодами? А что там может быть? Ягоды. А ну высыпай ягоды. Да кто же их потом купит? У меня пятеро детей. На что жить? Добро. Ладно, иди отсюда. Стой! Яйки и курицу отдай. Отдай, яйца и курицу отдай. Давай, иди, иди. Ходи, сказал. Давай, иди, сказал. Поглядим. Посмотрим. Добрые яйца. Хорошие яйца. 21 сентября, 1943 год. 0 часов 15 минут. Вот чека. Помни, после взведения мина взрывается через 24 часа. Угу. Будешь ждать ее здесь. В подворотне. За городом, в 5 километрах, организуем прикрытие. Свободен. И запомни. Если появится СД, немедленно уходи.
21 сентября 1943 года. Минск. 8 часов утра. Доброе утро, фрау Елена. Доброе утро. Прихожая сегодня. Прекрасно выглядите. Ходила с Миной до 11 часов. В 9 часов утра Куба, жена и дети проснулись. Простите, пожалуйста. Что с вами, Елена? На вас лица нет. У меня второй день болит зуб. Всю ночь не спала. Я прикажу отвезти вас к доктору. Спасибо. Минск. Резиденция Вильгельма Кубы. Кубы и его адъютант Вильденштейн уехали на службу. Два старших сына Кубы отправились в школу. Жена Гауляйтера с младшим сыном Вилли уехала в магазин за продуктами. Одиннадцать часов утра. Что ж ты неуклюжая такая? Господин рейхскомиссар отпустил меня к доктору. Я скоро вернусь. Буду ждать с нетерпением. Минск. 11 часов 15 минут утра. Добрый. Минск. 11 часов 45 минут. Иди ко мне, солнышко. Сядай. Садись. Ну, не плачь. Не плачь. Не плачь. Так. Минск. 12 часов 15 минут. Да. О, я, мой друг. Да, мой друг. Встретимся у главного входа. Я. Да. Двенадцать часов 45 минут. Пожалуйста, документы. Хренов с пулеметом на повороте у дороги. Есть! Разбежались. Так точно! Давай, ребята!
13:10. Ваши документы. Все в порядке. Пропустите. Снять засаду! Снять засаду! Минск, 16:00. На сегодня вы можете быть свободны. Завтра жду вас у себя в 9:00. Да, господин комиссар. Поехали. Девятнадцать пятьдесят. Деревня Янушковичи. Ходи сюда. Иди ко мне. Давайте помогу. А чемодан? А чемодан? Ага. Спасибо. Пойдем, маленький. Пойдем, маленький. 22 сентября 1943 года. Минск. 00:05. Спасибо. Часов 7 минут. Мария, не нужно ужина. Я очень устал. Благодарю. Двадцать второе сентября 1943 года. 00:20. Ну вот и все. Пришли. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Как добрались? Хорошо. Да ничего, помаленьку. Петренко. Я. Покажи расположение. Есть. Пройдемте, девушка. Двадцать второго сентября в 00:40 в спальне Вильгельма Кубы прогремел взрыв. Тревога! Поднять дежурный батальон. Все патрули к дому рейхскомиссара. Скорее! Из доклада отделения гестапо города Минска. Взрывной волной разорвало левую сторону груди генерального комиссара и оторвало левую руку. От полученных ран, болевого шока и сильной потери крови он умер через несколько минут. Его труп в полуобгоревшем состоянии был вынесен из охваченной пожаром спальни, поднятой по тревоге дежурной командой. На соседней кровати с погибшим лежала его жена Анита Куба, которая была на 8-м месяце беременности. Она осталась невредимой и отделалась только нервным шоком. Трое малолетних детей не пострадали. От удара взрывной волны обстановка спальни была почти полностью разбита. Кроме этого, вырвало форточку в одном из окон спальни. Радиограмма от 26 сентября 1943 года. Центр Колоколу. Доложите немедленно и подробно, кто конкретно готовил операцию по уничтожению Кубы. Являются ли названные девушки-исполнители вашими агентами, или они принадлежат другому хозяину?
Если они ваши, то где, когда и кто их завербовал? Как они попали к вам после операции? Под вашу личную ответственность всех исполнителей сохранить и оказывать им внимание и заботу. Все участники диверсии по уничтожению Кубы будут вывезены. Ожидаю погоды. Центр. Товарищ командир, вам новая радиограмма пришла. Центр Колоколу. Дополнение. Если за этими девушками к вам придут представители других советских органов, молнируйте, кто пришел, кем направлен. Передачу девушек производить только после установления личности представителей. Получение указаний подтвердите. Центр. В центре информации об уничтожении Кубы интересовался не только начальник разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Кузнецов. В Москве возникало много вопросов. Поскольку на связь с Мазаник выходили разные отряды, некоторые командиры заявляли об их собственном участии в проведенной операции. А в центре желали знать, кто конкретно уничтожил Кубы. Противостояние разведуправления и НКВД достигло наивысшей точки. В Минске обстановка была крайне напряженной. По городу прокатилась волна арестов. В гестапо попали многие подпольщики, так или иначе связанные с операцией по убийству Кубы. Немцы расстреляли более 300 человек. Радиограмма. 4 октября 1943 года. Центр Колоколу. Приказываю вам лично возглавить отправляемую группу людей и прибыть с ней в центр. Вместо себя временно оставьте подходящего заместителя. Вестовой! Товарищ командир, вызывали? Заместителя командира ко мне. Есть. Десятое октября. Центр Колоколу. Машину даем 11 октября. Для посадки в самолет у вас есть только 20 минут. Подготовьтесь. Тринадцатое октября. Колокол центру. В 22 часа 12 октября Колокол, Черная, Галя, Шуцкая с семьей и от Артура 5 человек вылетели на самолете в центр. В разведывательном управлении Генерального штаба Красной Армии был, наконец, составлен отчетный документ. Доклад по вопросу об организации убийства гитлеровского генерального комиссара Белоруссии Кубы, организаторы и исполнители операции. Убийство Кубы организовал командир диверсионно-разведывательной группы 2-го отдела разведуправления Генштаба Красной Армии майор Федоров Николай Петрович, псевдоним «Колокол». Главным посредником и организатором убийства Кубы явилась Осипова Мария Борисовна, псевдоним «Черная», резидент «Колокола» в Минске. Вторым посредником и связным между «Черной» и «Галей» был директор Минского кинотеатра Николай Похлебаев. Исполнителем убийства Кубы является Мазаник Елена Григорьевна, псевдоним «Галя». О подготовке и выполнении операции знали вышеперечисленные участники. Троян Надежда Викторовна. За участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. В 1947 году окончила Первый Московский медицинский институт. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института. Умерла 7 сентября 2011 года. Осипова Мария Борисовна. За участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. После войны жила в Минске. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР. Член Верховного Суда Белорусской ССР и Республиканского комитета защиты мира. Умерла 5 февраля
1999 года. Мазаник Елена Григорьевна. За участие в операции по устранению генерального комиссара Белоруссии Кубы удостоена звания Героя Советского Союза. Окончила Высшую республиканскую партийную школу при ЦК Компартии Белоруссии, а затем Минский педагогический институт. Работала заместителем директора фундаментальной библиотеки Академии наук Белорусской ССР. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР. Умерла 7 апреля 1996 года. Жена Кубы, Анита, родила здорового ребенка. После войны она несколько раз писала письма Елене Мазаник, но, по свидетельству очевидцев, та читать эти письма не стала. С декабря 1943 года партизанский отряд Федорова действовал в немецком тылу на территории Польши. С 17 апреля 1944 года в отряд прибыл связной и сообщил, что немцы ворвались в деревню Войсковицы и сгоняют жителей для полного уничтожения. Федоров поднял по тревоге 30 всадников. К концу дня бой закончился полным разгромом карателей. Федоров приказал отряду отступать в лес, а сам вместе с тремя бойцами остался прикрывать отступление. Товарищ командир! Спасибо, пригодится. Пулемет на крышу! Есть! Волошин! В доме! Есть! Слава, сарай! Хорошо! В это время в деревню прибыл большой отряд эсэсовцев. Гитлеровцев было значительно больше. Отряд скрылся в лесу, Федоров поскакал вслед за ним. В этот момент его настигла пуля. После одного из совещаний Сталин спросил генерала Кузнецова: «А вы не помните, как мы отметили Федорова за его подвиг? За убийство Кубы он был награжден орденом Ленина. Больше его не награждали. Как могло случиться, что его не представили к званию Героя Советского Союза? Нужно как можно быстрее исправить ошибку. Ради светлой памяти героя, ради его семьи». 21 ноября 1944 года был подписан указ о присвоении Федорову Николаю Петровичу звания Героя Советского Союза посмертно.
Майским днем 1938 года в ресторане «Атланта» в Роттердаме встретились двое. Добрый день, господин Евгений. Здравствуйте. Вам сюрприз из Киева. Молодой человек передал посетителю ресторана коробку конфет. И вскоре начал прощаться. Может быть, вы присядете? Нет времени. В 8, как договаривались. Буду ждать вас. Взрыва была столь велика, что тело выбросило на проезжую часть. Убитым был лидер ОУН, Организации украинских националистов, Евгений Коновалец. Ликвидировал его Павел Судоплатов, он же Павло Грищенко, он же Норберт. Советский разведчик, оперативный псевдоним Андрей. В 12 лет ушел из родного города с полком Красной Армии и стал воспитанником полка. В 1925 году направлен на работу в ГПУ и через 2 года стал оперативным работником. Ликвидировал лидера ОУН Евгения Коновальца. Руководил операцией по ликвидации Льва Троцкого. С февраля 1941 года заместитель начальника 1-го разведывательного управления НКВД СССР. К этому времени Европа была уже полностью покорена Германией. Свой новый удар Гитлер нацеливал на Советский Союз. Предстоящая война должна была стать не только войной моторов, но и войной разведок. И Советский Союз, и Германия понимали, какую важную роль в этой войне будут играть подразделения специально подготовленных диверсантов. В 1941 году в СССР руководству НКВД было поручено создать группу для выполнения специальных задач. Возглавил ее Павел Судоплатов. В это время немецкая разведка, Абвер, усилила работу против СССР. Советские пограничники в течение 11 предвоенных месяцев задержали около 5000 немецких лазутчиков. Руководил Абвером адмирал Вильгельм Канарис. Он одним из первых разглядел возможности войск специального назначения и поддержал создание диверсионных подразделений. Вильгельм Канарис, адмирал флота, начинал службу в германском флоте. С 1935 года возглавил Абвер, службу военной разведки и контрразведки гитлеровской Германии. Создал широкую шпионско-диверсионную сеть по всему миру. Справка. По приказу Канариса был сформирован отдельный учебный строительный батальон, который в обиходе именовался «Бранденбург». Его бойцы владели хотя бы одним иностранным языком и специальностями подрывника, радиста, разведчика. 22 июня 1941 года. 0 часов 15 минут. Польско-советская граница. В час 00 ваша группа переходит границу вот здесь. Понятно. Задача – предотвратить взрывы на мостах и дамбах вдоль дороги Липск-Доброва. Группа готова? Группа к выполнению задания готова. В группе 12 человек. Больных и отсутствующих нет. Все владеют трофейным оружием. 4 человека знают русский язык. Отлично. Выполняйте. Так точно. На плечо. Направо. Шагом марш. Из отчета адмирала Канариса 4 июля 1941 года.
В распоряжении штаба немецких армий направлялись многочисленные группы из коренного населения – русских, поляков, украинцев, грузин, эстонцев. Они использовали трофейное советское обмундирование, военные грузовики и мотоциклы. Эти отряды просачивались в тыл противника для сбора сведений о советских резервах, состоянии дорог и о мероприятиях, проводимых противником. 22 июня 1941 года агенты Абвера под командованием лейтенанта Криксхайма, переодетые в советскую военную форму, первыми пересекли границу СССР. Части полка «Бранденбург» переходили границу до начала боевых действий или ждали первых выстрелов артподготовки для вторжения на территорию СССР. Вот подал рапорт о переводе. Обещали рассмотреть, поэтому надеюсь, что к зиме уже буду со своими. Захват стратегического моста через реку Западная Двина в районе Даугавпилса не позволил советским войскам занять оборону. Немецкие диверсанты удерживали мост в течение часа, пока к ним не подошли войска Манштейна. Именно эти действия позволили немцам блокировать Ленинград всего через 2 месяца после начала войны. Слушаю. Слушаюсь, товарищ нарком. Война началась. Приказано поднимать всех, кто есть. Подбирать конспиративные квартиры. Сотрудников перевести на казарменное положение. Выполнять. Есть! Уже в первые дни войны на оккупированной врагом территории начали действовать подготовленные группы местного подполья и диверсионные отряды, заброшенные в немецкий тыл из центра. В двухэтажной орловской гостинице «Коммуналь» проходил праздничный вечер в честь немецких танкистов. В сводке информбюро Левитан сообщил, что в Орле в результате взрыва погибло около 150 немецких танкистов. Это была одна из первых акций диверсантов Амсбона, разведывательно-диверсионного соединения войск НКВД. 5 июля 1941 года нарком Берия подписал приказ о назначении Павла Судоплатова на должность начальника особой группы, которая вскоре была преобразована в 4-е управление НКВД. В это время разведслужба Вильгельма Канариса активизировала свои действия. Пользуясь нестабильной ситуацией на фронте, агентам и подразделениям Абвера все чаще удавалось проникать в советский тыл. Только за 14 дней августа 1941 года на Кировской и Октябрьской железных дорогах диверсанты полка «Бранденбург» совершили 7 диверсионных актов. Наркомат обороны требовал от Судоплатова принять немедленные меры по обезвреживанию немецких агентов, а также усилить диверсионную работу в немецком тылу. У нас острая нехватка людей. Предлагаю освободить из тюрем бывших сотрудников разведки и госбезопасности. Вы уверены, что они вам нужны? Совершенно уверен. Свяжитесь с Кабуловым, моим заместителем. Предоставьте список и сразу их используйте. Есть.
В июле в Москве на стадионе «Динамо» в условиях строгой секретности началось формирование особой группы, отдельной мотострелковой бригады особого назначения «Амсбон НКВД СССР». Основными задачами группы было ведение разведывательных и диверсионных операций на временно оккупированной территории. Здравствуйте. Одним из первых линию фронта пересек отряд «Мити» Дмитрия Медведева. Посмотрим. Медведев Дмитрий Николаевич, командир партизанского отряда, герой Советского Союза, полковник. С 1918 года в Красной Армии. В мае 1920 года поступил в органы госбезопасности. В 1937 году уволен из НКВД за сокрытие связи со старшим братом, арестованным как враг народа. В 1938 году вновь принят на работу в НКВД. В конце 1939 года вторично уволен из органов за необоснованное прекращение уголовных дел. В июне 1941 года восстановлен в органах госбезопасности. Назначен командиром одной из первых диверсионных групп, предназначенных для заброски в немецкий тыл. Предыдущие попытки перехода линии фронта были неудачными. Немцы знают, что мы любим воевать ночью. Поэтому всегда начеку. Какие будут предложения? Что будем делать? Значит, пойдем днем. В 12 у них обед. Думаю, часть постов будет снята. В 12? Пусть будет 12. Готовьтесь. Хорошо. Пойдем. Отряд из 33 человек перешел линию фронта без единого выстрела и к январю 1942 года, проведя более 50 крупных операций, был отозван на Большую землю. За успешные действия в тылу врага Дмитрий Медведев был награжден орденом Ленина. Из представления к награждению Дмитрия Медведева орденом Ленина. Отрядом уничтожен штаб саперного батальона и захвачено знамя. Наиболее крупные операции товарищ Медведев возглавлял лично. В боях с гитлеровцами дважды ранен. Начальник 4-го управления НКВД Павел Судоплатов. Вслед за отрядом Медведева в немецкий тыл были направлены и другие группы. Из военного доклада вермахта весной 1942 года. В течение зимы 1941-42 года участились случаи переброски в наш тыл групп из фанатично настроенных членов коммунистической партии, прошедших военную подготовку, и кадровых офицеров. Именно диверсионные группы НКВД стали главными инициаторами создания партизанских отрядов на всей захваченной врагом территории. Летом 1942 года немецкое командование сосредоточило усилия на юге Восточного фронта. Планом летнего наступления предусматривалось захватить нефтеносные районы Северного Кавказа, что, по мнению Гитлера, могло решить исход войны. Северный Кавказ в 1942 году стал важнейшим оперативным направлением Абвера. Сюда было заброшено не менее 8 групп диверсионного полка «Бранденбург». Август 1942 года. Майкоп. Подразделение полка «Бранденбург» получило задание проникнуть в город и дезорганизовать его защитников. Диверсанты полка под командованием лейтенанта барона фон Фелькерзама в форме сотрудников НКВД проникли в город Майкоп. Фелькерзам был уроженцем Санкт-Петербурга и безукоризненно владел русским языком. Первая машина! Выгружаемся! За мной! Живее, живее! В сторону! Барон Адриан фон Фелькерзам, штурмбанфюрер СС, германский разведчик-диверсант. Внук русского контр-адмирала фон Фелькерзама.
Учился в Мюнхене, Кёнигсберге и Вене на факультете экономики. Затем служил в Главном управлении службы безопасности. Специалист по экономическим и политическим вопросам России. С мая 1940 года в полку Бранденбург 800. Фон Фелькерзам явился в штаб генералу, отвечавшему за оборону города. Генерал занят. Для меня свободен. Двое за мной, остальные здесь. Майор НКВД Трушин из Сталинграда. Прибыл для инспекции войск и оборонительных узлов города. Я должен знать все. Прошу. Здесь и здесь находятся 1-я и 2-я батареи ПВО. По периметру города – стрелковые части. Здесь склады ГСМ, автопарк. Здесь пункт сбора отступающих красных частей. Мне нужно осмотреть все самому. Машина есть? Машину к подъезду. Готовьтесь к срочной эвакуации. Немецкие части находились еще в 20 километрах от Майкопа. Но фон Фелькерзам, перемещаясь по городу, начал распространять дезинформацию о том, что Майкоп вот-вот будет обойден, гарнизон отрезан, и единственное, что остается, это оставлять позиции и быстрее перемещаться в тыл. Старшие смены, ко мне! Младший сержант Адрюк по вашему приказанию явился. Срочная эвакуация. Личному составу покинуть помещение. Отделение связи, срочно покинуть помещение. Уничтожить узел связи. Гарнизон Майкопа в течение считанных часов погрузился в состояние хаоса и потерял всякую управляемость. Оборона города посыпалась. Войска начали оставлять город, бросая технику, тяжелое вооружение, склады боеприпасов и продовольствия. Расположение. ПВО. Всего через сутки немецкие войска вошли в Майкоп практически без боя. Ситуация на Кавказе складывалась настолько сложной, что первому заместителю наркома Меркулову и начальнику 4-го управления НКВД Судоплатову пришлось срочно прибыть к месту боевых действий и даже лично участвовать в боевых операциях. Что у нас творится в Майкопе? Похоже, диверсанты. Теперь в руках у немцев целые заводы по перегонке нефти. Ясно. А Грозный что? Минируем нефтяные скважины. Понятно. Прошу. Немецкие войска двигались к Грозному. Через 2 недели они уже вышли к Моздоку, но повторить успех взятия Майкопа не смогли. Пора. Давай. Уходим. Сталин объявил Меркулову выговор за неоправданный риск при выполнении операции по минированию. Заместитель наркома подвергал свою жизнь опасности и мог быть захвачен передовыми частями немцев. Берия строго отчитал Судоплатова за то, что тот допустил подобную ситуацию. Захват Майкопа стал последней удачной операцией Бранденбурга. В феврале 1943 года под Сталинградом был завершен разгром 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Немецкому командованию было не до проведения диверсионных операций. Требовалось постоянно латать дыры во фронте. Говорят, что нас переводят в пехоту. Теперь кто его знает? Но войну мы, кажется, проиграли. Вскоре спецподразделение «Бранденбург» было выведено из подчинения Абвера. Полк был переформирован в танково-гренадерскую дивизию. В конце войны ее использовали как обычное полевое формирование, а из навыков спецназа применялись лишь знания взрывного дела, проведение тактики в выжженной земле. В
это же время Амсбон лишь усиливал свою работу. Только в 1942 году его бойцы подорвали 73 железнодорожных цистерны, 64 автомашины, уничтожили 5 бронетранспортеров и тракторов врага, 1 самолет. Отряды участвовали в 66 боях, уничтожив 904 немецких солдата и офицера, 9 бургомистров, разгромили 22 немецкие комендатуры, уничтожили 20 шоссейных и 3 железнодорожных моста, 26 складов и предприятий врага. Абвер также запрашивал диверсионные группы в советский тыл. Многие военнопленные шли служить в Абвер только ради того, чтобы выжить. Но большинство при первой же возможности переходило на сторону Красной армии или сдавалось НКВД. За время войны подчиненные Судоплатова разоблачили и обезвредили 2045 агентурных групп противника. 6 июня 1943 года на территорию Коми АССР в Кожвинском районе был высажен парашютный немецкий десант в количестве 12 человек во главе с Николаевым Владимиром Николаевичем. Перед группой были поставлены три задачи. Взорвать железнодорожный мост через реку Печору. Поднять восстание в лагерях ГУЛАГа. Подготовить высадку 50-тысячного немецкого десанта. Но после приземления радист Одинцов и десантник Доронин ликвидировали командира и сдались властям. Уходим. Где дом председателя? Так вот же. Проезжай. Просыпайтесь. Чё? Вы председатель? Ну я, а что? Мы немецкие диверсанты. Передайте руководству района, что наша группа высадилась у вас. Вы что, с ума сошли? Поднимайтесь и сообщайте. Налево, в машину бегом, марш! Через три дня немецкий десант был полностью обезврежен. Бойцы были одеты в военную форму войск НКВД СССР и снабжены месячным запасом продовольствия, автоматами, минометом, гранатами, взрывчаткой. Они имели фиктивные документы, партбилеты, удостоверение личности сотрудников НКВД, бланки, печати и радиостанцию. В 1943 году бригада «Амсбон» была переформирована в отряд особого назначения при НКВД – НКГБ СССР «ОСНАС». Отряд получил новую задачу – активизировать действия по выявлению и уничтожению руководства временно оккупированных территорий и их пособников. Вообшасова ко мне срочно. Я хотел бы встретиться с главным редактором. Он занят. Мне нужен главный редактор. Он занят. Мне срочно нужен главный редактор. К нему нельзя. Куда вы? У меня важное дело к главному редактору. Прекратите. Кто вы такой? Мне нужен главный редактор. Пошел прочь, свинья. Что тут творится? Вы главный редактор? Да. Что вам угодно? Редактора издания «Белорусская газета» Владислава Козловского ликвидировали бойцы спецгруппы «Амсбон Мстители» Иван Шнегир и Константин Немчик. Следующей жертвой бойцов спецгруппы «Мстители» должен был стать Вацлав Ивановский, бургомистр Минска и лидер двух белорусских буржуазно-националистических организаций «Белорусской рады доверия» и «Белорусского научного товарищества». Задание ликвидировать Ивановского получили агенты Вилейский и Орловский. Ивановский был убит в Минске средь бела дня, когда после службы направлялся домой в пролетке.
Москве на одном из кремлевских заседаний обсуждался план новой операции советской разведки под названием «Березино». Вел заседание Сталин. Присутствовали нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов, начальник контрразведки Красной армии СМЕРШ Виктор Абакумов, начальник главного разведывательного управления Генштаба Красной армии Федор Кузнецов и начальник 4-го диверсионно-разведывательного управления НКГБ Павел Судоплатов. Еще в начале войны НКВД начал операцию «Монастырь» для проникновения в агентурную сеть Абвера и передачи немецкому командованию дезинформации. Основным источником этой дезинформации являлся агент НКВД Александр Демьянов, работавший под псевдонимом Гейме. В Абвере его знали как немецкого агента Макса с позывным «Александр». Радиограмма от Александра. Давайте. Благодарю. 18 августа 1944 года в Берлин пришла радиограмма. С Сатурна. В местечке Березино, западнее Могилева, в лесах, скрывается крупная германская часть, полк или более. Александр беседовал с пленным обер-ефрейтором этой части, который сообщил ему, что группа намерена пробиваться на запад. Но в связи с большим количеством раненых и отсутствием вооружения, боеприпасов и продовольствия, ее дальнейшее продвижение невозможно. Александр считает, что он сможет наладить связь с этой частью. Через неделю из Берлина пришел ответ. Сатурн Александру. Просим Александра связаться с этой частью. Мы намерены сбросить для них различный груз и могли бы прислать радиста. Для этого мы должны знать точное местонахождение части. Пароль будет «Ганновер». Для обеспечения операции в центральный лагерь военнопленных в Красногорске откомандировали двух сотрудников госбезопасности – Игоря Щерса и Михаила Леонова. Их задачей была вербовка немецкого офицера, который согласился бы играть роль командира немецкой части, якобы затерявшейся в белорусских лесах. Щерс знал два языка – немецкий и французский. Немецкий офицер, на которого Щерс обратил внимание, прекрасно говорил по-французски. Говорите по-французски. Oui. Да. Этот. Все остальные свободны. В разговоре пленный не выказывал приверженности фюреру. Он с готовностью согласился сотрудничать, надеясь, что это смягчит приговор. Звали офицера подполковник Генрих Шерхорн. Справка. Военнопленный подполковник Шерхорн Генрих. 1897 года рождения. Проживал в Шаумбурге. Взят в плен 9 июля 1944 года в районе Минска. Органами государственной безопасности подполковник Шерхорн был завербован и ему присвоен псевдоним Шубин. Где служили? Où avez-vous servi? Командант 286-го régiment. Командир 286-го охранного полка. Где попали в плен? Où ont été capturés? Près de Minsk. Под Минском. Не нравится он мне. Какой он к черту командир? Размазня. На Паулюса похож. Испуган он. Его бы откормить, взбодрить. Еще этот французский. Ты запоришь всю операцию. Его еще готовить и готовить. Лишь после тщательно проведенной работы дежурный Судоплатов утвердил увести кандидатуру подполковника на роль командира. Соедините меня с Березино. Старший лейтенант Казаков слушает. Слушаюсь, товарищ генерал. Так точно, строим. Пару дней и закончим. Так точно. В Белоруссии специальные подразделения готовили лагерь, якобы находящийся здесь немецкой части. Хорошая нужна ведь. Вскоре подполковник Шерхорн по плану операции «Березино» был заброшен в Белоруссию как командир немецкой части. Товарищ майор, группа для представления построена. Вольно. Товарищи бойцы, подполковник Шерхорн будет отныне командиром вашей группы.
Командиры взводов ко мне. Все остальные свободны. Разойтись. Пройдемте. Лейтенант. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года по указанным координатам приземлились три немецких радиста. Их привели к Шерхорну. Хайль Хитлер! Я старший группы Курт Киберт. О вашей части доложили рейхсминистру Герингу и самому фюреру. В отряде много раненых. К вам отправят врача и офицера авиационной части, который подготовит площадку для самолетов. У нас мало оружия. Вы сами вооружены? Взять его. Оперативникам довольно быстро удалось завербовать Курта Киберта и его помощника. Они были тут же подключены к радиоиграм с немецким командованием. 27 октября 1944 года на площадку аэродрома части Шерхорна приземлились еще два парашютиста. Врач Ешке и унтер-офицер авиации Гарри Вильд. Они, как и предыдущие парашютисты, были приняты и арестованы Шерхорном, которому передали письма от командующего группой армий «Центр» генерал-полковника Рейнхарда и от начальника Абвер-команды 103 фон Баренфельда, известного как Рудольф и Сатурн. Однако немцы продолжали поддерживать части Шерхорна, сбрасывая обмундирование и продовольствие. Абвер-команда регулярно посылала в район дислокации части и свою агентуру, не сообщая об этом Шерхорну. В основном это были солдаты и офицеры полка «Бранденбург». Абвер сбросил в расположение части 8 агентов с целью проверить Шерхорна и его соединение. Куда стоять? Машину ее! Все они были арестованы и не успели передать в эфир ни одной радиограммы, кроме тех, что уже передавались под контролем чекистов. Судя по ответным телеграммам, абверовцы удовлетворились полученной информацией и окончательно поверили созданной в 4-м управлении НКГБ легенде. Из сообщения НКГБ СССР в Государственный комитет обороны СССР от 30 апреля 1945 года. С сентября 1944 года немцами совершено на территорию легендируемой части 67 вылетов и сброшено 25 германских разведчиков, все арестованы. 13 радиостанций, из которых 7 включены в игру с немцами. 644 места различного груза, в том числе 615 комплектов зимнего обмундирования, 20 пулеметов МГ-42, 100 винтовок и автоматов, 35 пистолетов, 2000 гранат, 142 тысячи патронов, более 2,5 тонн различных мясопродуктов, 370 килограмм шоколада, 4 тонны хлеба, 400 килограмм сахара, 100 бутылок вина и прочее. Кроме того, было прислано 2 258 330 рублей. 28 марта 1945 года немецкий генштаб присвоил Шерхорну звание полковника и наградил его рыцарским крестом первой степени. Поздравляю, а тебя не наградили. Меня нет, но, надеюсь, наградят. К нам едет сам Сатурн. А вот это новость. Начальник Абвер-команды 103, известный как Сатурн, обер-лейтенант Рудольф фон Баренфельд, несколько раз лично влетал в тыл Красной армии на разведку местности для возможной посадки самолетов в район базы части Шерхорна. Высадка предполагается в квадрате 24-15. Какие будут предложения? Советские чекисты уже предвкушали арест одного из самых матерых немецких разведчиков.
еще один. Давай, я прикрою. Имя. Часть. С какой целью заброшены? Но задержанные вскоре агенты-парашютисты показали на допросах, что самолет, на борту которого находился Баренфельд, подожгли советские зенитки. Баренфельд пытался выпрыгнуть, но попал под винты самолета и погиб. Немцы лишились одного из самых опытных разведчиков. Война подходила к концу. 1 мая 1945 года, за день до окончания войны, в так называемую часть Шерхорна пришла последняя радиограмма из Берлина. Превосходство сил противника одолело Германию. Готовое к отправлению снаряжение воздушным флотом доставлено быть не может. С тяжелым сердцем вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем больше поддерживать с вами радиосвязь. Вот и конец всей игре. Это был конец и самой войне. Агентурное дело «Березино» содержит 117 томов. Всего в операции участвовало 32 оперативных сотрудника НКГБ СССР и 255 военнослужащих войск НКВД СССР. Некоторые западные источники утверждают, что в годы войны немцы сумели внедрить своего глубоко законспирированного агента под псевдонимом «Макс» в советский генеральный штаб. Даже многие историки до сих пор не знают о том, что Макс и Гейне – одно и то же лицо – агент советской разведки. Вильгельм Канарис. 23 июля 1944 года, после неудачного покушения на фюрера, адмирал Канарис был арестован. Следствию не удалось доказать его причастности к заговору. В начале февраля 1945-го он был перевезен в концлагерь Флоссенбюрг. Через несколько дней в его сейфе обнаружили документы, в которых он отрицательно отзывался о Гитлере. 8 апреля Канариса приговорили к смертной казни через повешение. Барон Адриан фон Фелькерзам. Убит 21 января 1945 года неизвестными при выходе из казармы при обороне города Хоензальца, ныне Инновроцлав. Дмитрий Медведев. В боях был дважды ранен и один раз контужен. В 1944 году назначен заместителем начальника 4-го управления НКВД. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году занимался организацией борьбы с вооруженными формированиями лесных братьев в Литве. С 1946 года в отставке. Александр Демьянов, Гейне. Награжден орденом Красной Звезды. После войны заброшен в Париж в качестве агента, но вскоре вернулся в Москву и работал инженером-электриком в научно-исследовательском институте. Павел Судоплатов. После смерти Сталина назначен начальником разведывательно-диверсионного отдела МВД СССР. После ареста Берии генерал-лейтенант Судоплатов был арестован и приговорен к 15 годам заключения. Виновным себя не признал. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где перенес 3 инфаркта, ослеп на один глаз, получил инвалидность 2-й группы.
освобожден в 1968 году. За годы войны органами контрразведки под руководством Павла Судоплатова были подготовлены и заброшены во вражеский тыл более 2200 оперативных групп. От них поступило 4400 важных разведывательных сообщений. Итогом боевой деятельности «Амсбон» за 4 года войны стало уничтожение 145 единиц танков и другой бронетехники, 51 самолета, 335 мостов, 1232 локомотивов и 13181 вагона. Бойцы бригады осуществили 1415 крушений воинских эшелонов противника, вывели из строя 148 километров железнодорожных путей, провели около 400 иных диверсий. 22 подчиненных Судоплатова получили звание Героя Советского Союза.